отменить принятое им решение. Иными словами, речь идет о предоставлении главе государства дополнительных полномочий на период перехода страны к рыночной экономике. Учитывая важность этого события, мы рискнули напомнить вам фрагменты вчерашнего бурного заседания Верховного Совета, тем более, что репортаж о нем шел вчера поздно вечером по второй общесоюзной программе. Новый закон о дополнительных мерах по стабилизации экономической и общественно-политической жизни страны, за принятием которого мы все следили вчера, дает президенту право издавать обязательные для исполнения указы по вопросам собственности, оперативно управлять бюджетно-финансовой системой, ценообразованием, оплатой труда, всем народным хозяйством. До понедельника у него этих прав не было. Убедить парламент в необходимости такого решения было нелегко. И не считаете ли вы, что сосредоточение абсолютной власти в лице одного человека она приведет к дальнейшему обострению обстановки в нашей стране, не лучше ли было бы расширить права Верховного Совета по контролю за деятельностью правительства? Президент разъяснил свою позицию. В условиях политического и экономического кризиса, роста преступности, нельзя браться за переход к рынку и переустройство Союза без сильного центра власти, способного оперативно принимать решения. Поэтому я прошу принять это решение. И я вас уверяю в том, что оно будет использовано, это решение и эти делегирования полномочий, с должной ответственностью. Раздражение нашими бедами многие автоматически переносят на все центральные органы власти и скептически оценивают их способность что-либо изменить в нашей жизни. Доверия нет правительству ни к чему. То есть что дальше будет, как будет дальше, значит, только можно гадать и молиться Богу. Этот Верховный Совет надо распустить. Не все поддерживают передачу президенту дополнительных полномочий, но в целях более решительного проведения реформы люди считают это оправданным. Я считаю, что права ему нужно дать. Мы протопчемся очень долго на месте. Поэтому ему полномочия особые для того, чтобы это ускорение обязательно нужны. Верховный Совет СССР предоставил президенту право действовать.